Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Робби и Кэт Макс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня будем играть в FNAF 2, прохождение, которое встроил сам разработчик. Если нам будет скучно, мы полетим еще, понажимаем здесь кнопки. Ну а сначала мы включим здесь основную сюжетку. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем нажимать кнопки и начинать. Пацаны, вы готовы? Да. Вот эту кнопку никак не сделают, не знаю почему. Хочется вот это. Вот это обновилась у меня карта где-то 3 дня назад. Я уверен, что может что-то изменили. Я рада, когда разработчики поддерживают свои творения. Это очень круто. Кстати, очень многие карты, помнишь, были еще карты, там, где нажимаешь, там прям ночью можно выбираться вам бы там наверху. Но очень крутая была карта FNAF 1. Да. Все, ее нет вообще нигде. Хоть бери и плачь. Так, какая-то лампа. Что-то у меня... О, давайте сцену включим, наверное. Что ж такое? А что не переключается? Глючит, наверное? Во. Ага. Надо в притирку подходить, только тогда работает адекватно. Я понял. Раньше никогда этого не замечал. Пацаны, я нажал 2 кнопки. Угу. Так что они придут сразу. Так, подожди, а где вот... Хочу главный зал включить, где сцена? Чего она не включается? Кабака это. Во! Да как ты включил? Я клацал, не смог включить. А, той Бонни пропал. Так, он уже начинает к нам идти. Это хорошечно. Мне нравится. О, балун бой. Пошел, пошел. Опа. Ты чика пропал. Чика-чика. А как-то они быстро начинают нападать. Может, это и есть обновление? 6-я ночь. Тут вообще нету ни времени, ни ночи. Просто сюжетка. И посмотрим, что с этого получится. Может, он вообще их ослабил? Нет, может непонятно. Быть. Подой прогуляйся, оно ж так не убивает здесь. Может, в этом большой плюс есть? Пацаны, идемте, мы шах... Мангл пришел! Блин, нафига? Дурачки, блин, пришли. Димас, мы в ловушке. Так, смотри, еще 2 двери закрыто, чтобы мы не смогли пройти. Кабака! А это у тебя мод такой, что у тебя фонарик так прикольно светит? Да, это оружие, полицейская дубинка, вот. Вот этот мод. Когда перезаряжаешь, оно блюрится, да? Подожди, а что это за оружка, что я хочу, как и вы, в одной руке, чтобы типа держать? Во! Я в одной руке фонарик держу, а там пистолет. Какой-то луч такой необычный, да, для Гаррис Мода? Видно, да. Что вручную прописанный. Пацаны, 3 охранника, пошли смотреть, что там вообще происходит. На обход. Да, кстати, обход каждый час. Час точно уже прошел. Опа, кто-то там уже ходит, топчется, я слышу. Они звуки издают и издают постоянно эти. О, пацаны, пасхалку нашел, помните? Несу к вам. Ой, ой. Давайте мишек пособираем, пока они нападают на нас. А что там у меня в руках странное что-то? Блин, Мангл пришла, убила меня прямо на это место, где я стоял. Совпадение? Где второй? Вы одного? Марионетка. А тут нету его. Знаете, где он лежит? Он, походу, лежит там, где большой зал. Его там надо искать. В углу, наверное. А здесь вроде тоже... Пацаны, она убьет нас, если я дверь открою, да? Не знаем. Ой, блин, я испугался. Дым сдуло, так идет, круто сделано. Музычка такая нагнетающая. Блин! Да что ж такое, так испугался. Что-то Серега вообще нифига не берет. Попробую я админским пекалем стрельнуть. Вообще, можно убить эти NPC-шки или нет? Кто проверит? Давайте я проверю. Админский пекаль. А, пацаны, она не убивается, она прозрачная. Не, ее не убить. Что она тебя не убила, я не понял, так нечестно. Не, лапеньку. Перепрыгивает ее. А так что, можно было? А, она все уже не мочит, она только 1 раз убивает меня и все. Растучались, а тут. Давайте ищем этого мишку. А вот он, я нашел его. А че его брать не могу? Может, это не он? Это не он. Может, какой-то из них берется на полочке? А ну, отойди, я гранату кину. Может, какой-то отлетит? Не. Прилипшие все. Может, где-то тут лежит на сцене? Нашел. Возможно. Нашел, пацаны, нашел. Сюда в разных местах. Их 2, да чё? На, ешь.
Картошка. О, так его до нашего стола можно допинать. А ну пройди, убьет она тебя? А, убьет. Теперь можно проходить, она другого... Блин, и меня убила. Что-то говнище. Еще так резко. Видите? Не работает. Так, наш там мишка остался. Надо его аккуратно... А, все, несем, несем. А еще должен быть какой-то или нет? Фредди еще должен мишка быть. Эти двери закрыты. Вот, вот открылась. А. Нашел! Кстати, вот этот баг Underhill добавили. Че, добавили? Как я добавил? Понял. Ой. Надо на Е нажимать, а то он его бросает. Короче, вы поняли, они должны быть на столе. Три засранца найдены. Пока один ложишь, другой падает. Еще один должен быть? Опа. О, смотри, Димас пришел. О, а у меня фонарик не забрал он. Только кто-то по жопе с дробью мне стрельнул. Плохо их мочить нельзя. Да. Давайте трэш что-нибудь полетите по наверх, понажимайте все-все кнопки, а мы повыживаем. Yes. По очереди можете. Так, так, так. Давайте, сейчас будет веселье. Амбицкий пистолет не буду брать, сильно жестко. Во, я слышу, кто-то же кнопки все жмет. Такс. А, вот кто пришло. Видишь? Ушло. Марионетку. Блин, эти мишки мешают, надо их сюда закинуть. То я не могу зайти в дверь иной раз. Уходи. Мне кажется, NPC. О, эй! Эй-эй-эй-эй-эй! Ха-ха, я дверь закрыл, уходи! Это что, Серега пришел? Я понял, это у нас уже, короче, последний левел, пацаны. Когда Серега уже начал быть аниматроником. Улетел. Смотри, какой быстрый. Серега, если ты будешь меня сильно-сильно пугать, я тебя буду с админского пистолета убивать. Давай, давай. Давай, подними мне настроение новое. Я его вижу, я его вижу. А, его же можно по тени увидеть на стене. Даже если он будет невидимый. Я эту фишку знаю. Слышишь, слышишь? Так, подожди, откуда-то он? Блин, я не успел стрельнуть. Хотел умереть, я это сделал. Хорошо, Серега, ты ходишь по-плохому? Кэт Макс, бери тоже админский пистолет, давай его вдвоем мочить. А то он меня испугал. Так. Ну что ж ты? Я за тебя отомщу. Да откуда ты взялся, говно? Серега, где ты взялся? Он сквозь стену бочку. А, это ж он этот берет. Новых, да? Да, да. Давай, давай, иди сюда. Пойдете, выйдите. Не-не-не, иди ты к нам сюда. Не-не-не, вы ко мне идите, я не пойду к вам. Как тебе вообще взрывы там? Лагает. 2 FPS. Есть, есть. Кэтмакс, ты его замочил. Последняя стычка у нас с Серегой. Подожди, это NPC. Так, вот так он меня не убьет на расстоянии. Дверь, закройся. Ну чё, иди сюда. Ладно, не буду стрелять, потому что у меня тоже FPS. А не, у меня не падает, у меня четко все. Есть! Есть, я его убил. Серега, что ты выпал аниматроник и ты с него? Это было сильно. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ступайте в рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!